400 пар моделей пополнили ярмарку белорусской и российской обуви. Помимо зимних и весенних ботинок, к ассортименту добавились и летние варианты. Широким выбором качественных и комфортных пар из натуральной кожи можно ознакомиться по адресу Шукана Уалиханова, 15А. Распродажа продлится до 27 февраля. Жанель Бесинбаева с подробностями. Обычно мы покупаем обувь, руководствуясь только ее внешним видом. Удобство и комфорт, как правило, уходят на второй план. Однако от того, что мы носим на ногах, зависит наше здоровье. Поэтому к выбору новенькой пары лучше подойти со всей серьезностью. От мозолей до заболевания вен, суставов, мышц и даже позвоночника. Неправильно подобранная пара может чревато сказаться на здоровье. На ярмарке белорусской и российской обуви об этом задумываться не стоит. Весь ассортимент подходит под описание натуральное, практичное и, конечно же, удобное. Подошва антилед, полиуретан, то есть не скользит, гелевая вставка. Теплая, удобная, ноги в ней не потеют. Хорошо ведет себя в зимних условиях. Идеальный выбор для тех, кому подобрать обувь подобно целому испытанию. С такой проблемой каждый сезон сталкивается Тамара Тагирова. В силу возраста у горожанки часто опухают ноги. Неудобство приносит и высокий подъем стопы. Обойдя петропавловские рынки, 68-летняя женщина остановилась на белорусской обуви. Покупкой горожанка довольна. Только вот узнала, приехала сюда, и вот себе взяла на весну обувь. Очень хороший ассортимент. И как очень приемная это как обувь. Вот мне понравились. Ортопедические модели рекомендуют и врачи. Обувь с такой стелькой помогает снизить нагрузку на мышцы и суставы ног. Действует она и на профилактику различных заболеваний нижних конечностей. Правильная обувь, она по ГОСТу при Советском Союзе была следующая. Жесткий валик, то есть задник, супинатор здесь внутри. Вот он. Который не дает заваливаться, и метафизарный валик, который устраняет поперечные плоскостопие. Рекомендуют врачи покупать обувь исключительно из натуральной кожи. Она поможет ногам дышать и не будет препятствовать естественному теплообмену. На прилавке ярмарки только такие и представлены. Около 1000 моделей на разный вкус и цвет. Широкий здесь и размерный ряд. Ассортимент мужской и женской обуви, кстати, обновили. Его пополнили еще 400 пар. Напомним, точка белорусской и российской обуви находится по адресу Шокана Уалиханова, 15А. Будут они здесь до конца этой недели. Жанель Бесимбаева, Казбек Арыкбаев. Итоги дня.